Покупка стажа подразумевает собой приобретение гражданами недостающего стажа, необходимого для формирования пенсионных прав. Купить его могут неработающие граждане, либо работающие за границей, а также физические лица, меняющие новый налоговый режим, налог на профессиональный доход. Если гражданин желает заплатить добровольные страховые взносы, он должен обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. Должен с собой предоставить документ, удостоверяющий личность и место жительства, а также принести с собой страховое свидетельство. Помимо прочего, должно быть заявление, которое утверждено приказом Министерства труда России от 31 мая 2017 года за номером 462Н. С момента подачи заявления начнет учитываться стаж, то есть с уплатой страховых взносов, которые он должен осуществить до 31 декабря соответствующего года. Если уплата произведена не в полном размере, ну, частично, да, там, то будет учитываться пропорционально количеству уплаченных страховых взносов. Минимальный размер на 2019 год 29 779 рублей. Максимальный размер составляет 238 226 рублей 60 копеек.